Я приду к тебе с тортом. С таким девизом уже 8 лет отмечается Международный день торта. Праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами и народами. Ему посвятили новую встречу в библиотечном дворике. Традиция появилась довольно-таки давно, 8 лет назад. Первый такой праздник был проведен в 2011 году. И с тех пор эта сладкая традиция лета стала проводиться ежегодно. И мы решили в этом году для ребят провести такую литературно-игровую программу, посвященную этому празднику, Международному дню торта. Ребята вспомнили название тортов, приняли участие в литературной викторине, узнали правила гостеприимства. Вова Лысенков внимательно выслушал, как нужно вести себя с гостями. И в конце встречи легко смог ответить на вопрос, можно ли впускать пришедших, если родителей нет дома. Девочки, пришел знакомый папа с работы и попросил открыть, Наташа, она не открыла, потому что... И она сказала попозже. Она сказала, папы нет дома, и она его не впустила, и он ушел. Для активной Риты Балякиной такие встречи стали традиционными. Она занимается в лыжной секции, но всегда находит время и на библиотечный дворик. Девочка считает, что посещение интеллектуальных занятий так же важно, как и тренировки. Здесь весело, здесь мы узнаем много интересного, много нового. И тут много с кем можно пообщаться и подружиться. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих в библиотечный дворик каждую среду в 18 часов. Следующая познавательная игровая программа будет посвящена сказочному миру писателя Ханса Кристиана Андерсена.